Итак, один из вариантов Шонунучи-Бакюнаги. Шонунучи-Бакюнаги. Что мы с вами сейчас работаем? Еще раз. На ноги обратите внимание, пожалуйста. Мы сейчас в ногах работаем усеченные ирими тенкан и сразу же цугиаши. Причем цугиаши глубокое должно быть. Мы делаем необычный простой ирими тенкан, а потом цугиаши. Мы делаем движение как бы вкручивание в центр и движение хорошего дальше подшага с передней ноги. Раз. Если вы будете делать обычный ирими-тенкан, вы будете уходить назад, потом вы будете идти вперед. Для других исполнений технических это нормально. Для этой формы нужно именно вкрутиться. Надо опускание клинка сопроводить вперед и сделать движение волны. То есть мы сперва удар опускаем вниз, поднимаем и опять опускаем вниз. Остриё смотрит вперёд.